Я не знаю, почему, но кишки пахнут так вкусно, что я просто не хочу себя сдерживать. Хочу съесть немного потрохов. Совсем чуть-чуть. Клэр! Клэр, ты не монстр! Борис! Просто не забывай, что есть люди, которые хотят, чтобы ты жила! Что есть люди, которые связывают с тобой свои надежды! И что я одна из них! Кто ты? Хоть пахнешь не так вкусно, как человек, но, может быть, твои потроха сойдут? Клэр! Клэр, приди в себя! Эй, еще один шаг, и я всыплю тебе по-настоящему! Ты не глухая, я ведь знаю! Не нужна! Мне не нужна ни эта проклятая сила, ни эти вечные бои. Просто я хотела отомстить за тебя, Тереза. Как ты могла меня оставить одну? Клэр – это имя богини любви, которая была воплощением чистоты. У нее была сестра-близнец по имени Тереза. Может быть, нам дали такие имена, чтобы мы выросли похожими на богиню? Не плачь, Клэр. Тебе стоит жить как человек, с людьми, расти как человек и умереть как человек. Прощай, Клэр. Прощай, Клэр.